Пожар в Якутске унес жизни 4 человек. Через 6 минут пожарные расчеты были на месте, но объект уже горел по всей площади. Виталий Абрамов подробнее. Сигнал о возгорании поступил около 5 часов утра. Первые пожарные расчеты были на месте уже через 6 минут. К моменту их прибытия одноэтажное строение 7 на 8 горело по всей площади. На месте пожара было задействовано силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Было привлечено 26 человек личного состава и 7 единиц техники. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов. Виновник и ущерб устанавливается. В МЧС подчеркивает, условием, способствующим развитию пожара, явилось позднее обнаружение и сообщение на 01. Со слов очевидцев, в заброшенном доме с прошлой весны проживали лица без определенного места жительства. С места происшествия в пожарную лабораторию изъяты электрообогреватели и проводка. Повреждение и уничтожение древесины наблюдается вот в помещении, где расположена печка кустарного изготовления. Самовольным путем подключились электросети города Якутска. И у них ни окон, ни дверей. Там окна были заштопаны целлофаном. Как видите, вот ни изгороди, ни дороги. Соседей нету. Все рядом заброшено. На пепелище обнаружены тела 4 человек. Следственная оперативная группа устанавливает их личности. В настоящее время в рамках доследственной проверки устанавливаются все причины произошедшего, а также проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Уже назначены судебно-медицинские и пожаротехнические экспертизы. По результатам процессуальной проверки будет принято решение. МЧС в очередной раз обращается к гражданам с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности, быть особо внимательными при использовании электрообогревателей и печного отопления. Помните, ваша безопасность в ваших руках. Виталий Абрамов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.